el primo. Вкусная вода. Тут, короче, упала рация. Я ее только одной ногой держу. Нет, не этой. У тебя рука это нога? Да. Смотри, котлип сейчас будет. Давай, подойди. Давай, давай. Смотри, а ты пока не... А это клоун Пенни. Все, я снимаю. Чего вы там хотели показать? Сальто. Одно. Давай. Два. Три. Смотри по сторонам, ладно? Пишем в комментариях, кто вам больше всех понравился. Не забудьте про лайкосы по прессону. Стой. Сейчас будешь дать дэшбонд. Итак. Первый раунд. Оценится красота, техника и вообще общее впечатление. Следующий участник – Рома. И прыжок. О, в колени, да, пришел? Итак, следующий участник – Милан. О, чуть-чуть перекрутил. Ну что ж, ставим оценки в комментариях. Что вы можете сказать по поводу соревнований между ними? Между Ромой, Миланом и Владом. Нормально. Пацаны к успеху идут? Да. Сейчас будет прыжок дэшбом. Ловишь? Первый Рома. Давай. Оп. Ой. Есть. Следующий. О, это что такое? Третий участник Влад. Готовится. О, какой отмах был. Ну вы все видели, ставим также оценки в комментариях. Я вот судья на стуле сижу, тут такой, мне надо еще кепочку такую без верха и это. Так, какой следующий прыжок будет у нас? Палм дроп. У нас новое правило в соревнованиях, нужно обязательно прыгнуть, все сальто, которые они будут прыгать, они обязательно должны приземлиться на мат и на нем остаться. Если они выпадают с него, либо не долетают, либо не перелетают, то не засчитывается. Всего 3 попытки на каждый прыжок. Вот. Итак, первый прыжок будет, давай, самого простого, переднее сальто. Все, переднее сальто первое. Первым прыгает Рома, вторым Влад, значит, третьим Милан. Оп. Приземлился на мат, руками закоснулся кубиков. Зрители сами напишут, кто считается. Ну, это было нормально. Че ты? Я упал. Ну... Спасибо, конечно, но мы и так видели это. Так, Рома делает вторую попытку. Остался на мате. Прыгает Влад. Три! Делает приседания. Гимнастика полезная для здоровья. И оп. Он приземлился. Теперь третий прыжок. Это было весело. У тебя спина не сломалась? Вроде бы, да. Это было жестко. Раскрывайся раньше. Оп. О. Итак, третий участник. Милан. То же самое, я считаю, как у Влада было. Они нас задницу приземлили. Во, Рома прям в ноги приходит, можно сказать, на четверочку, но падает в поролонку, и поэтому мы это тоже не засчитываем. Но с точки зрения, конечно, исполнения элемента у него гораздо лучше, чем у ребят. Поэтому... Можешь камеру туда кинуть? Камеру? О, вот это было получше, но все равно на жопу. Что скажете? Сегодня не твой день. Короче, пока джемимся, ждем еще кто-нибудь, может, подойдет. Опаздывает после школы.